Рассказывать. В их дворе на железнодорожников 30 старая хоккейная коробка. Мать двоих сыновей слышала, что в городе есть программа по благоустройству уличных спортплощадок. Как в нее попасть? В Краспорте проконсультировали. По инициативе главы города в Красноярске заработала программа по благоустройству дворовых спортплощадок. Рассчитана она на 3 года. Ежегодно будут приводить в порядок по 100 объектов. И хоккейная коробка, которая интересует Марию, в планах на 2014-2015 годы. Но унывать детвори не стоит. В следующем году в этом районе будут восстановлены сразу 2 спортплощадки.